Всем привет, дорогие друзья, мальчики и девочки, с вами снова Вирусоид. И сегодня я расскажу вам про новый вид группового подземелья, тайное хранилище Небулита, в котором вы должны будете сражаться со своими членами пати против волн монстров и охранять данный кристалл, который называется Небулитом. Собственно, максимально простая тактика, самое главное правильно выполнять те функции, которые возлагаются на членов группы. Давайте сейчас перейдем непосредственно к подземелью и посмотрим, что же там происходит. И сразу же переместившись в подземелье, вы видите, что пошли монстры. Едва я успел включить запись, и уже они нападают. Сразу они по умолчанию бегут к кристаллу Небулита. В жизни вы видите сверху над надписью «Убить безумного архимага Рамера». И как только жизнь у кристалла закончится, вы проиграете. Поэтому только монстры подбегают к кристаллу, их нужно переагривать. Очень хорошо для данных подземелья подходит гладиатор с тройным рассечением, который бьет по 3 моба вокруг себя постоянно. А также маги, которые на себя массухой агрят кучу мобов и позволяют АУЕ скиллами больше подфармить, чем обычные игроки. Но в принципе в данном подземелье мы очень хорошо справились. У нас было достаточно сбалансированная пати, два неплохих лучника, гладиатор и гном Хил, у которого был мистический щит, хоть и, по-моему, непробужденный, а также групповой отхил. Напоминаю, что сюда также может подойти там ДДшный орб с шаровой молнией, который массой будет пинать мобов, но самое главное, чтобы он смог нормально отхиливать хотя бы масс-хилом, и если понадобится, точечным хилом своих членов группы. В остальном вы можете брать кого угодно. Предупреждаю сразу, я на прошлой неделе, как только подземелье появилось, попытался пройти в 3 окна. Мы взяли сюда этого же гладиатора. Я взял своего хила и лучника. И у меня не получилось попросту отхилять группу, потому что у хила А не было группового лечения, Б у него не было скилла, который усиливает весь хил на 50%. Поэтому мы проиграли, босс нас попросту убил. Финальный босс появится, его нужно будет также заагрить и всей толпой бить. Он танку будет снимать порядка, 500-1000 хп за свой самый сильный удар. Поэтому несложное подземелье абсолютно. Самое главное, чтобы каждый выполнял свою функцию и не афкашил. Видите, моб бежит к кристаллу, начинает его бить. Постарайтесь его переагрить на себя и бейте его. Вот и все. В принципе, сейчас мы стоим максимально комфортно, два лучника стоят в одну сторону направленные, я стою в другую сторону. Тем самым очень хорошо забиваем мобов. Дальше будет перемотка, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я дам дополнительные уточнения по данному подземелью. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и я жду ваши комментарии. С вами, как обычно, был Вирусоид, всем желаю удачи и пока.